Настоящим хоккеистам и мороз не помеха, чтобы на открытой коробке в ледовом бою выяснить, кто сильнее. Это и есть русская классика. На обновленном стадионе «Спартак» встретились Одинцовская армада и местная команда краснобелых. Сегодня мы начинаем серию игр в формате «Русская классика». Это матчи на свежем воздухе и, как всегда, с особенной атмосферой, с особенным драйвом. Для поднятия настроения выступление фигуристов и церемония награждения тренеров и спортсменов, которые показали хорошие результаты. Впрочем, расслабиться звенигородским хоккеистам, как и болельщикам, не пришлось. Гости сразу же начали атаковать. Одинцовский коллектив более сыгранный, а нас, видно, еще ребята, стадион только мало годов у нас. Не успели натренироваться. Молодец, я думаю, правильно. Через годик-два нас покажут хорошие результаты. Парда, чемпион! Парда, чемпион! Давайте! Группа поддержки у звенигородцев собралась немаленькая. Поболеть за любимую команду приходили целыми семьями. А чтобы жарко было не только на льду, работала полевая кухня. Чай там горячий. Вот. А пока вот только горячая каша. То ли сыгранность одинцовских хоккеистов сыграла свою роль, то ли просто в этот раз не повезло. Армада одержала победу над «Спартаком» с разгромным счетом 14-1. Впрочем, у звенигородцев еще будет возможность отыграться. Сезон русской классики только начался. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова».